Подразделение Российского экспортного центра в Уфе в первую очередь будет ориентировано на малые и средние предприятия. Об этом телеканалу РБК Уфа рассказал руководитель новой структуры. Отделение РЭЦ в Уфе откроется уже в сентябре. Главной задачей названа поддержка республиканских производителей-экспортеров. В центре планируют проводить первичные консультации, оказывать финансовую помощь, а также координировать деятельность торговых представительств России за рубежом. Обращаться могут, не только могут, а и должны все экспортеры. Мы будем осуществлять индивидуальный подход к каждому экспортеру, работать по тем мерам поддержки, которые наиболее интересны будут вашим башкирским экспортерам. Возможно, даже добавлять необходимые меры поддержки по результатам вот обратной связи. Новый центр, по словам руководства, будет сотрудничать с другими организациями внешнеэкономической деятельности, например, Центром поддержки экспорта при Минэкономразвитии, а также общественниками, такими как «Деловая Россия» и «Опора России».